уголь – это настоящий хлеб промышленности. Именно так в 20 веке гласил один из коммунистических лозунгов. Свою актуальность лозунг особо не потерял. Полезное ископаемое по сей день обеспечивает города теплом и электроэнергией. Потребляют его и крупнейшие предприятия, среди которых и корпорация «Казахмыс». Одним из главных производителей угля горно-металлургического гиганта является «КУЧЕК». За свою 60-летнюю историю на угольном разрезе добыто более 100 миллионов тонн угля. Разрез Каучекинский расположен в 60 километрах от Караганды. На предприятии трудится около 300 человек. Масштабы одного из самых больших угольных разрезов Казахстана впечатляют. Сам каменноугольный разрез построили спустя 5 лет после освоения месторождения. В 1987-м здесь был настоящий пик производственных показателей. Тогда КУЧЕК за год добыл 3 миллиона тонн угля. Добывать такое количество тогда позволяла относительно небольшая глубина залегания пластов. К тому же отсутствовали резкие перепады. Предприятие вот в своем пике, когда давало 3 миллиона тонн угля в год, на предприятии работало 1700 человек. Предприятие, ну, само месторождение, оно имело три рабочих участка. Это первый участок восточный, на котором запасы все извлечены, он сейчас находится на консервации. Второй участок – это участок западный, на нем... На этом участке еще имеется 13 миллионов запасов. Ну а добыча угля сейчас ведется в основном на третьем участке. Уголь КУЧЕКа качественный, марки К. Так называемый каменноугольный кокс – это твердый пористый продукт серого цвета, получаемый путем процесса переработки жидкого и твердого топлива нагреванием без доступа кислорода. Сейчас на данный момент у нас запасов стало 16 миллионов на разрезе. Ведется разработка. Буквально в том году, в конце того года, мы продлили контракт на недропользование до 31 года. Сейчас у нас производительность, согласно рабочей программе, 1 миллион тонн в год. С коэффициентом вскрыши 4,5-5. Как уверяет Сергей Ан, предприятие в сутки добывает 10 тысяч тонн угля. Основными потребителями каучекинского угля являются не только предприятия Казахмыса, но и такие крупные предприятия, как АО «ArcelorMittal Темиртау» и «Шахтинская ТЭЦ». Кроме того, разрез обеспечивает близлежащий поселок Кушоке теплом, электроэнергией и водой. Горняки КУЧЕКа работают в непростых горно-геологических условиях. Залегание угольных пластов тут доходит до 60 градусов с крутым падением. Недаром по геологическому строению разрез отнесли ко второй группе сложности. Поэтому безопасность горняков здесь один из главных приоритетов. Большое внимание уделяется, значит, и сохранности здоровья работников. Ежегодно проводится профилактический осмотр работников. Медосвидетельные, предсменные и послесменные. Проводится мониторинг со стороны отдела промышленной безопасности за здоровьем работников. Проводится работа врачебно-инженерной бригады. Безопасная работа напрямую зависит также от качественного и современного оборудования. Корпорация «Казахмыс» проводит на разрезе техническое перевооружение. Кроме того, ведется капитальный ремонт горного оборудования и автотранспортной техники. Основные трудности – это устаревшее оборудование, в связи с чем у нас сейчас происходит защита инвестиционной программы в корпорации ТО «Казахмыс». В недавнем времени у нас заменили автосамосвалы, пришли 130-тонные машины. Если сейчас предприятие добывает в сутки 10 тысяч тонн угля, то по завершению модернизации этот показатель увеличится до 15 тысяч. Горняки уже получили новую технику. На горном участке у нас работает дизельный экскаватор. Мы приобрели его не так давно по инвестиционной программе. А также электрические машины типа ЭКГ. На технологическом комплексе у нас работает одна единица ЭКГ 4У, задействована в основном на отгрузке и дроблении угля. Также есть еще у нас дробильно-сортировочный комплекс. В
рамках модернизации на Куучеке появились новые производительные экскаваторы «Хитачи». Благодаря им ведутся добычные работы. Как уверяют горняки, новая техника мобильная, и передвигаться на ней очень удобно. В 2004 году устроился в Куучекинский разрез помощником машиниста экскаватора на ЭКГ-10. С 2008 года машинистом стал работать на ЭКГ-10. Вот в этом году по инвестиции получили новую технику, осваиваем экскаваторы, новые гидравлические. Работа на Куучеке не останавливается ни на минуту, в том числе и по геологоразведке. По результатам лабораторных испытаний, проведенных Карагандинским химико-металлургическим институтом, выяснилось, что из куучекинского угля можно получать высокозольный кокс, который, в свою очередь, используют для получения ферросиликомарганца. Ферросиликомарганец – это хрупкий сплав железа, кремния и марганца, применяющийся в металлургии как раскислитель стали и для ее легирования. Придает сплавам на основе железа прочность, износостойкость и ударостойкость. На предприятии также продолжается работа по налаживанию производства полукокса в промышленных объемах. Куучекинцы ожидают первую опытную партию, чтобы убедиться в том, что компонент подошел для выплавки ферросиликомарганца. При положительном заключении от специалистов в перспективе будет рассмотрен проект строительства промышленного комплекса по производству полукокса. Мощность его будет 12 тысяч тонн в год. К слову, получение нового продукта с высокой добавленной стоимостью позволит существенно улучшить финансово-экономические показатели предприятия. Тем временем горняки Куучека пересели также на новые автосамосвалы БелАЗ. Всего в рамках модернизации здесь будет 8 таких автосамосвалов. На замену автосамосвалов выделено 6 миллионов долларов, общие на 5 лет. И на проведение капремонтов экскаваторов ЭКГ-10 в количестве 2 единиц – 3 миллиона долларов. И на приобретение «Хитачи» у нас выделено 800 тысяч долларов. Около 10 миллионов долларов для обновления и модернизации горно-выемочного основного оборудования выделено. Мониторинг работы горного оборудования – одна из обязанностей главного инженера. Сергей Ан часто проверяет новую технику и приводит сравнение со старой техникой. Какие поломки есть, нет? Пока поломки не видно. Вот он 4 месяца назад же пришел, да? Да. Все работает, да? Все работает. Но вы до этого работали на старых 40-чах. Этот лучше, нет? На 55-ке я работал. На 55-ке? Да, потом в фуртонике, потом вот эту получил. Ну, новый есть, новый. Лучше. Лучше, да. К слову, среди тех, кто пересел за руль БелАЗа, есть и водитель Владимир Ишагин. Ранее он управлял другими БелАЗами. Устроился, начинал с БелАЗа 75-47. И потом дальше. Потом вот доверили как бы новую технику. Осваиваем ее, стараемся, работаем. Управление легкое. Как бы приятно работать на такой технике. Куучекинский угольный разрез внес значительный вклад в освоение Барлинского и Шубаркульского угольных месторождений. Даже разработка Нурказганского месторождения и рудника Акбастау-Кусмурын начиналась именно на базе Куучека. Казахмыс горнякам поставил большую задачу – это извлечение 16 миллионов тонн угля до 2031 года. Благодаря модернизации оборудования и профессионализму горняков, производственная задача может быть выполнена досрочно. Возможно, уже к 70-летию Куучека. Жалгас Азгамбаев, Марат Биисов, Мансур Танкибаев, Атамекен Бизнес, Карагандинская область.